Накануне верующие отметили самый светлый и почитаемый праздник – Воскресения Христова. В ночь с субботы на воскресенье в храме святителя Николая Мирликийского прошло торжественное пасхальное богослужение. Но сотни верующих впервые встречали праздник дома. В условиях борьбы с пандемией церковь призвала прихожан участвовать в богослужениях онлайн. Службу в храме святителя Николая Мирликийского в прямом эфире транслировала наша телерадиокомпания. В православии принято отмечать Пасху на протяжении 40 дней. В этот светлый праздник нужно помнить о смирении, любви к ближнему и молитве. В новых обстоятельствах оказались все и верующие, и духовенство. В этом году Пасха смысла своего не утратила. У всех была возможность в домашних условиях самостоятельно почитать молитвы, посмотреть трансляцию праздничной службы и освятить трапезу. Освящение куличей прошло и в городской пекарне. Обряд совершил отец Владислав. Милость Божия, она все-таки распространяется, да, на всех нас, на всех людей. И поэтому, конечно же, хоть и мы находимся в таких вынужденных обстоятельствах, все равно благодать Божия, она действует во всем мире православном. Поэтому да, вот, отчаиваться, скорбеть по этому поводу не стоит. Это, конечно же, ограничение, все это временно. Все пройдет, и даст Бог, следующая Пасха у нас будет, как и положено. Впервые в этом году прошла акция «Окна Пасхи». Эту идею ранее предложили в РПЦ. Чтобы поддержать друг друга, верующие зажигали свечи и лампады и ставили их на окна.